Дворовую территорию между домами 43, 45, 47 и 49 по улице Комсомольской ждет комплексное благоустройство. Здесь реконструируют детскую площадку, организуют зону отдыха для разных возрастных групп. Где позаниматься спортом, тоже будет, говорят в отделе благоустройства МКУ «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа Красногорск. Все предстоящие работы согласовывают с местными жителями. Они могут внести свои пожелания или посоветовать, где целесообразнее разместить тот или иной объект. Будет ремонт асфальтового покрытия произведен и озеленение всей территории. Установлен информационный стенд нашего Подмосковья. И по завершению работы уже жители, с которыми мы обсудили все мероприятия, будет составлен акт о выполнении тех мероприятий, которые были обсуждены сегодня. И, надеюсь, через полтора-два месяца эти работы будут закончены и благополучно приняты.